преподаватели и жюри. Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале. Не будем отрицать, что весна приходит стремительно, пробуждая все вокруг перезвоном капели, пением птиц и солнечным теплом. Для молодых, энергичных, амбициозных и уверенных в себе людей это время перемен и новых достижений. Такую весну они называют студенческой. Этот фестиваль является традиционным смотром конкурса творческого потенциала студенчества. Темами для выступления являлись 90-летие нашего Бурятского государственного университета имени Дарьи Банзарова, культурное наследие народов России и, собственно, 30-летие самого фестиваля «Студенческая весна». Поэтому сегодня для вас выступают лучшие студенты педагогического института. Встречайте, на сцену приглашается казачий хор с песней «Любимый мой». Полина Ханхашанова в стихотворении «Людей неинтересных в мире нет». Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир.
есть в мире этом самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час, но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег. И первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем мы о единственной своей? И про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возвратить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. 1970-е годы запомнились яркими и зажигательными танцами. В это время в танцевальной культуре господствовала эпоха диско, а сами дискотеки были наполнены сотнями танцоров, которые отжигали под ритмичные мелодии. Танец, который посвящен этим годам, мы вам сейчас и покажем. Родители. Всего одно слово, но какие теплые и нетрепетные чувства оно вызывает у людей. Если бы у меня была машина времени, я бы ненадолго вернулась в родительский дом.
и ощутила бы тот запах, то тепло, которое ни с чем никогда не спутаешь и никогда-никогда не забудешь. Мы хотим вас окунуть в те воспоминания песни Балдаковой Анастасии «Отражение». Thank you.
Современный танец – это передача понимания окружающего мира через призму современности. Поп-музыку, мейнстрим, стиль одежды, раскованность. Этот вид танца создан для тех, кто увлекается современными направлениями в музыке, кто любит тусовки и клубы, для тех, кто не стесняется ничего. Вот и наши девочки ничего не стесняются. Поэтому встречайте их с танцем Crazy Dance. До встречи на гала-концерте!